Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Поль Гоген, улица на Таити, 1891 год, холст масла 115/88. Наиболее известные картины Поля Гогена написаны в океане, на острове Таити, где художник пытался скрыться от материалистической, насквозь прогнившей, по его мнению, Европы и обрести гармонию путем возвращение к дикости, воссоединению с природой. Он пребывал на Гаити дважды, с 1891 по 1893 и с 1895 до самой смерти. Улица на Таити была создана в первую поездку, когда очарованный жизнью на острове Гоген считал, что ему удалось обрести свой рай на земле. Жизненный уклад таитян, местная природа и непривычный в своей насыщенности и яркости цвета вдохновляли его на написание все новых и новых полотен. Мастер наделял остров таинственной и магической силой, которой стремился отразить в своих произведениях. Все эти фантастические краски – это пылающая, всеохватная атмосфера молчания. Все это существует как эквивалент величия, глубины, тайны, Таити, когда все это надо выразить на полотне размером в 1 квадратный метр, писал мастер. Данный пейзаж одновременно создает ощущение изобилия и величия изображенной земли и вселяет чувство загадочной недосказанности и напряжения, определяющегося смутными тонами тяжелого облака, нависшего над вершинами гор, и не сразу бросающейся в глаза фигуры задумавшейся женщины, сидящей у порога хижины. Ну, вот такое описание к работе Поля Гогена «Улица на Таити», 1891 год, холст масла, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.